У жителей дома номер 8 по Советской улице настоящий праздник. По их инициативе в рамках программы губернатора во всех подъездах был проведен ремонт, по завершении которого работу принимал глава Ленинского района. Еще до того, как Олег Хромов зашел внутрь, его со всех сторон окружили дети из соседних домов с просьбой о ремонте. Вы родителям скажите, чтобы они синициировались, вот, подойдут к ним из ЖКХ и предложат поучаствовать в этой программе подъездов. И ваши подъезды станут такими же. Вот кто со мной зайдет, посмотрит. Нравится такие подъезды? Пойдемте. Теперь в подъезде свежеокрашенные стены и перила. Что примечательно, цвет выбирали сами жильцы, а запах краски не ощущается. Были побелены потолки, электрика и интернет-кабели убраны в короба. Таким позитивным изменением рады оказались и люди старшего поколения. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Хоть нам сделали ремонт. Но мы же должны, жильцы, мы должны сами это поддерживать, сынок. Вот это истина. Теперь уже жильцы дома будут нести ответственность за сохранность подъездов, а администрация следить за продолжением реализации программы «Мой подъезд». Основной контроль – это жители. Вот. Но администрация в стороне не остается однозначно. У нас еженедельно проверяю я. И практически каждый день мой сотрудник, закрепленный именно за подъездами, который проверяет, смотрит и ход работы, и, соответственно, по окончанию. Для того, чтобы принять участие в программе, жителям дома необходимо провести общее собрание, обратиться в управляющую компанию, после чего подъезд проинспектируют, подготовят смету, и после согласования с жильцами начнется ремонт. Слава богу, что сделали. А то мы были действительно, конечно, очень... У нас первый подъезд вообще был очень страшный. У нас и ящики поменяли. Новые повесили, почтовые у нас были. Ящики, конечно, в безобразном состоянии, все поломаны, все разрисованы. Собравшиеся предложили Олегу Хромову заглянуть в подъезд соседнего дома по Советской 6А. Контраст был очевиден. Обшарпанные стены, расписанные почтовые ящики особенно удручает состояние лифта. Как выяснилось, ремонт в этом доме уже запланирован на следующий год. В этом году у нас будет отремонтировано 530 подъездов, на следующий год запланировано также 530 подъездов. И потом в течение следующих 3 лет будут закончены ремонты во всех 100% подъездов Ленинского района. Выполнение программы «Мой подъезд» – одно из основных направлений работы в сфере повышения комфорта городской среды. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.